Возвращение Филарета. Зарадовалось царство московское и вся земля святорусская. Умолил государь, православный царь, князь великий Михайло Федорович. А что скажут, въехал батюшка, государь Филарет Микитич, из неверной земли, из Литовской. С собой он вывез много князей-бояр. Еще он вывез государева-боярина, князя Михайла Борисовича Шейна. Съезжались многие князи-бояра, князи-бояры, многие власти к осильному царству московскому. Хотят встречать Филарета Микитича. Из славного града каменной Москвы не красное солнышко катилося, пошел государь, православный царь, встречать и своего батюшка, государя Филарета Микитича. С государем пошел его дядюшка Иван Микитич, боярин. Дай, Господи, здоров был государь мой батюшка, а батюшка — государь Филарет Никитич. А как будут они в каменной Москве, не пошли они в хоромы царские, а пошли они к Пречистой Соборной, а пети честных молебенов, благословлял своего чада милого. И дай, Господи, здоров был православный царь, князь великий Михайло Федорович, а ему сдержать и царство московское, и вся земля святорусская.